Промпроизводство России в прошлом году сократилось на 0,6%, сообщил Росстат. При этом индекс деловой активности PMI российских обрабатывающих отраслей остается высоким. По данным S&P Global, в праздничном январе он составил 52,6 пункта, что лишь немного меньше, чем в декабре. Как это комментирует бизнес и ждать ли роста зарплат в российской обработке? Промпроизводство России в прошлом году сократилось на 0,6%. Эти данные в среду привел Росстат. В то же время хорошие показатели у индекса деловой активности PMI. Он, правда, немного снизился, но все равно остается высоким. Что говорит бизнес и ждать ли, что рост активности отразится на зарплатах российских сотрудников? Об этом Михаил Сафонов. Цифры, конечно, у всех разные. Некоторые бизнесмены рассказывают о росте на четверть. А у кого-то, как у гендиректора подмосковной группы текстильных компаний «Русит» Дмитрия Филиппова, рост товарооборота больше 30%. И связано это с уходом иностранных компаний. То есть для российских предприятий открылись новые ниши. Бизнесмен приводит пример с автомобильными сидениями. Раньше обивку делали в том числе американцы. После их ухода заказы достались российским компаниям, которые сумели заместить иностранных производителей, рассказывает Дмитрий Филиппов. Резко возросло количество запросов за счет освобождения большого количества ниш. В связи с этим по итогам 2022 года рост товарооборота 32%. Пока причин для снижения роста не вижу. Ввиду того, что обрабатывающая промышленность была относительно небольшая и во многом закрывалась иностранными компаниями, думаю, объем роста будет достаточно большой и продолжаться еще достаточно значительное время. Еще один бизнесмен, который представляет пищевую промышленность, рассказал нам, что у роста несколько причин. Одна из них – стабильный рубль. Для бизнеса всегда был важен даже не сам курс, а то, чтобы он не скакал. Вторая причина – переориентация покупателей на отечественную продукцию. Еще один фактор – это все тоже снижение активности иностранных компаний. Впрочем, как обычно, не у всех дела идут хорошо. Например, пострадали наши экспортеры из деревообрабатывающей промышленности. Можно вспомнить, как один из бизнесменов как-то рассказывал нам, что его мебель из березы всегда ценилась в Европе, а здесь на нее такого спроса нет. А вот о чем сейчас деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов. Можно сказать, что в декабре был небольшой рост. Тем не менее, если сравнивать с 2019 или 2021 годом, мы, конечно, отстаем. Производители фанеры до 70% того, что производилось в России, отправляли на экспорт. Причем 50% отправлялось в недружественные страны, США и Европу, которые сейчас закрыты. Возместить это потребностями внутреннего рынка невозможно. Вариант переориентации на другие рынки тоже не быстрый. Отдельный вопрос с зарплатами. В 2022 они падали, но осенью Росстат впервые с марта сообщил, что реальные зарплаты начали расти, а на днях в ЦБ даже заявили, что рост доходов несет в себе риски инфляции. Правда, к этому сообщению стоит относиться с поправкой на то, что зарплаты растут не у всех. А то, что какие-то сотрудники стали получать больше, по мнению регулятора, связано с нехваткой кадров. О чем, кстати, можно судить по уровню безработицы. Она в России рекордно низкая, всего 3,7%. Но строить прогнозы, что доходы после прошлогоднего падения будут все-таки расти, наверное, можно. Точка зрения экономиста по России Bloomberg Economics Александра Исакова. С зарплатами у нас ситуация следующая. Во-первых, в номинальном выражении они росли двузначными темпами, начиная с мая. Были 10-13% год к году. И за счет снижения инфляции начали расти в реальном выражении в октябре прошлого года. Вот последние цифры, которые у нас есть. Цифры PMI, которые говорят о росте заказов, о росте доходов предприятий, подтверждают гипотезу о том, что в этом году рост зарплат продолжится, скорее всего, будет выше инфляции на 1-1.5%. То есть при инфляции порядка 5-7% зарплаты должны вырасти на, соответственно, 6,5-8,5%. Из хороших новостей. Индекс PMI в обработке, а он складывается из опросов реального бизнеса, хоть и немного снизился в январе, но в целом остался высоким. Он больше 50 пунктов. Это означает, что деловая активность растет. Из не очень хороших новостей. Официальные данные Росстата. Промышленное производство по итогам прошлого года снизилось по сравнению с 2021. Хоть и ненамного, на 0,6%. В том числе сократилась добыча полезных ископаемых, что, в общем-то, было ожидаемым.